Сегодня у православных начался Великий пост. Он главный в православной церкви, а его цель – подготовка христианина к празднованию Пасхи. Пост продлится 48 дней с 18 марта по 4 мая, предваряя собой светлый праздник. Даты каждый год меняются в зависимости от того, на какое число приходится Пасха. Главная цель Великого поста не в воздержании от определенных видов пищи самом по себе, а в исправлении своего сердца. В Великий пост верующие усиливают свою молитву, покаяние, чаще посещают храм и совершают дела милосердия. Завершится пост праздником Христовой Пасхи, которая в этом году будет отмечаться 5 мая.